Завтра будет ярмарка. Вот такие вот лепешки будут здесь печь. Уже пекут, с ночи начали. Вон уже выпекают, закладывают. Вот круг. Вот арбузы, тыквы. Ночью будут выставлять фрукты. Так что завтра на экспо в 12 часов будут всех людей угощать пловом, выпечкой, и будут продаваться дешевые овощи и фрукты. Вот такую устанавливают какую-то башню. Вот все готовятся. Встречать вот это будет самая основная большая юрта. Вот. Все выставляют такие выставочные павильончики. Вот с луком, с дынями, с арбузами. Так что завтра, ну вообще с 8 утра начало, но будут два президента, такая и Ахматулла, это Таджикистан. А потом будет все это раздаваться, распродаваться людям. Такая идет подготовочка.